Девчонки, всем привет! Я не знаю, услышите вы меня или нет, у нас жуткий ветер. Сегодня я снимаю небольшой влог с территории, с акватории, так сказать, нашего городского пруда в центре города. Сегодня 9 мая, но жуткий ветер, холодный, то дождь, то солнце. В общем, погода у нас сегодня не балует. И вообще она у нас уже давно не балует. У нас уже месяца полтора, то дождь, то ветер, то еще чего-нибудь. Хочу вам показать наше кафе затонувшее, кораблик. Вот так вот оно выглядит. Это для Иринки из Голландии. Она снимала тоже, в Голландии живет, она снимала кафе, тоже кораблик, на воде оно стоит. Вот у нас тоже было такое кафе, но вот оно вот так вот затонуло. Никто его, я смотрю, не собирается. Ну, может быть, этим летом все-таки его достанут, будут восстанавливать, а может быть, вообще так оно и будет заброшенное, хотя центр города вроде бы... Думаю, что власти все-таки какие-то примут меры по его либо восстановлению, либо тогда уж его вообще полностью отсюда демонтировать. Вот так вот выглядит наш городской пруд Исетский. Там вот много чего у нас настроили. Если вдруг... Я знаю, что меня смотрит девушка. Большой ей привет, Наталья Фридман, что ли, Натали. Ты жила в Екатеринбурге, я специально снимаю это видео для тебя, чтобы показать, какой у нас город стал. Очень много новостроек. Поставили храм на крови. Вот этот, я думаю, что ты его не видела. Там дальше здание Газпрома. Так, космос как стоял, так и стоит. Сегодня ветер, я не знаю, услышите вы меня или нет. Это вот у нас Дом Союзов. Такой вот он красиво покрашенный, облагороженный. В советское время он был просто белый с голубой краской покрашен. То есть не дом, а музей Владимира Высоцкого, который открылся. Вот он именно находится вот в этом высоком здании. Так, сегодня летние кафе открыли, много концертных площадок. Но погода вообще жуткая. Нам просто хочется сейчас уйти в машину, потому что мы вообще замерзли. Такие вот волны, даже сами увидите. Вода такая мутная, постоянный. Сейчас вот я снимаю, еще более-менее ветра нет, но иногда как дунанет, просто вообще невозможно абсолютно находиться на улице. Я сегодня... У меня такой видок сегодня рокерский. Я в кожаных штанах, в шапке, в кожаной куртке, в перчатках, потому что если бы не это обмундирование, я бы просто замерзла. Муж у меня жалуется, что он просто уже всю голову себе застудил. Не одел ничего, никакой головной убор. Вот это большое самое приближение, самое максимальное. Показываю вам затонувшее наше кафе в самом-самом центре Екатеринбурга. Сегодня я еще сниму кусочек салюта. И, наверное, все. А много фотографий я в Инстаграм